Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons speak with such a screech, you'll shake and shudder. И всем привет, дорогие друзья, с вами Геймшоу. И мы начинаем проходить игру Лего Star Wars Returns Anakin's. То есть Лего Звездные войны, пробуждение силы. Простите, пришлось переснимать первую серию. Произошли неполадки, случайно я удалил видео, но бывает. Давайте сейчас быстренько начнем. Быстро начнем, быстро запишем, как говорится. Я понял, я перезаписывал видео, так что давайте-ка снова начнем заново. Так что не переживайте, я ее обязательно полностью пройду, но по кускам. Так, ну сейчас мы играем за Плода Эмерона, сейчас мы начнем первую главу, конечно же. Вот когда я снимал видос, я уже проходил две миссии, в принципе. Ну, до третьей дошел все-таки. Давайте-ка снова начнем по-честному, то есть. Чтобы некому было обидно то, что это, типа, почему-то там не заново начал, почему-то начался именно с этой миссии. Но чтобы никому не было обидно, я начал с этой миссии. Сначала, то есть. Так что не переживайте. Ну, как-нибудь это пройдем эту игру. По кускам только. Ну, по сериям, в общем. Ну, все как в фильме, в общем. Мне вот нравятся субтитры это в этой игре и само качество диалога, в принципе, нормально, годится. Но хорошо то, что ее портировали на Android. Раньше она была платной, конечно же, но сейчас ее бесплатно сделали. А когда она была платной, это было очень давно. Сейчас ее бесплатно сделали, но не полной, к сожалению. Ладно, давайте начнем. Так, нужно вот эту сломать. Ломаем вот эту и стараем что-то. Так, мы построили что-то. Теперь BB-8. Давай ты. Да, сейчас все плавно идет. А то, блин, когда я второй уровень этой главы я проходил, она заглючила резко. Пришлось сделать паузу. Потом думал, сейчас, блин, типа, я выложу. А не тут-то было. Я выложил, появилось два видео. Каким-то образом. Я через половых директора монтирую. Через полную версию программы. Если кто-то хочет полную версию программы скачать Power Director, чтобы у вас все было, пишите в комментариях, я оставлю ссылку. Или пишите в комментариях, в принципе, это где футаж взять. Потому что я свой футаж, я еле-еле нашел этот футаж. Потому что сейчас в интернете там мало там сайтов правдоподобных. Там некоторые там пишут, там типа скачать MP3, а на самом деле MP4, а на самом деле MP3. MP3 это то есть там мелодия. Он вместо MP4 он качает MP3. Так что пришлось это долго искать, короче. Так, уже 4 минуты, так быстро прошло. На запись видео не понадобилось 15 секунд. Фу-то 15 минут, точнее, простите за ошибку. Так, чиним. Так, все нормально. Все плавно идет.
Так, давай, 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 пошел, пошел. Мне нравится то, что там в игре головоломки слишком легкие. Никакой там сложности нет, в принципе. Каждый ребенок об этом догадается. Почему я сейчас не собираюсь смотреть детальки? Так потому что это... Потому что сейчас это первая серия, я хочу, чтобы эта серия была удачной. Так, сначала мы собираем вот это. Подкидываем сначала BB-8 на эту тележку. А потом уже только... Вы прикиньте, когда я играл в эту игру на первый раз, я не мог просто чисто прийти, потому что я толком не соображал, что тут надо делать, что тут надо собрать и как. Потому что во время игры мне вот не нравится то, что вот смотрите. Вот как вы уже все видели, там это обучающееся окно, там типа там, для того, чтобы того-то сделать, сделайте того-то. Ну я либо не заметил, либо я просто не сообразил. Ну, как мой максимум-то 2 раза прошел на телефоне, все, потом не играл. Потому что намного весело, во-первых, у меня на телефоне у меня мало памяти, чем на этом планшете. Я не мог, кстати, эту фигню докрутить, я не знал, то, что там уже до конца раньше. Поверьте мне на слово. Это еще до того, когда еще канала не было. Да, на одну миссию 6 минут понадобилось. Ну все, закончили первую миссию. Давайте ко второй приступать. Ну вот, конечно же, вот не все сразу там все там собирать, там всякие там предметы, там я уже знаю. Если кто-то хочет это, ну потом после прохождения могу снять это как-то, эти, короче, задания выполнять, в общем. Но сейчас что-то нас тут туда перекидывает, я вот не знаю почему. Ну, короче, это если вдруг вы, наверное, уже сами знаете, что будет дальше. Потому что сейчас он меня туда перекидывает почему-то. Чтобы начать главу, в принципе. Давайте-ка я на этом, пожалуй, закончу. А это... В следующей серии мы пройдем все-таки эту первую главу, чтобы повторно ее не проходить. Так что это не обижайтесь. Обязательно появится серия по этой игре. Уже только третий уровень, уже финал главы этой. И начнется уже вторая глава. Так что это... С вами был GameShow. Всем пока-пока и ждите новых видосов.